если бы существовал приз за сочетание простоты и эффективности, то этот приз по праву был бы присужден технике резет. И мои студенты, пройдя курс, даже в процессе курса получают настолько удивительные результаты, изменения в эстетическом виде, осанки, проходят симптомы, ну, самые разнообразные симптомы, говорят, нет панацеи, но с другой стороны, эквивалент панацеи, наверное, все-таки есть. Работа с височно-нижнечелюстным суставом, расслабление мышц, связанных с нашим главной функцией, ну, если мы не будем кушать, наша жизнь будет затруднительна. И расслабление височно-нижнечелюстного сустава таким простым, безболезненным способом дарит обладателям этого метода, который применяют для себя и для окружающих, колоссальное количество ресурсов и феноменальных по многообразию и, скажем, глубине улучшений. Они касаются и здоровья, и возможностей обучения, и психологических решений, психологических проблем, и структурных проблем. Уходит такое количество напряжений в теле и межличностном взаимодействии, что просто диву даешься.